И в Зиметчинском районе местные жители спасли лебедя-шипуна после нападения на него речной выдры. О произошедшем они сообщили сотрудникам охотуправления областного минлесхоза. Стал искать убежище, прижиматься к населенному пункту, то есть к заборам. Пришлось его выловить. В течение примерно недели подлечить, обработать ран медикаментами, дать ему антибиотики, в результате чего он себя как бы чувствует уже неплохо. Птица была благополучно выпущена в естественном среду обитания. Лебедь-шипун – это красная книга Пензенской области. На территории Пензенской области ежегодно регистрируется 10-12 репродуктивных пар, которые выводят птенцов. Ну и также отмечается, в пределах сотни птиц регистрируется от кочующих молодых особей.